Всем добрый день! Сейчас я буду стирать махровое полотенце и хотела с вами поделиться своим опытом, своими маленькими секретиками, как сделать так, чтобы махровые полотенца оставались мягкими, пушистыми и чтобы запах у них был свежий. Очень часто, это, наверное, в каждой семье такое случается, что иногда полотенце, если особенно кто-то из членов семьи не просушил и бросил полотенце в корзину, то полотенце приобретает очень неприятный запах, такой как бы затхлый. И очень трудно тогда избавиться от этого запаха. Чтобы опять вернуть полотенцам мягкость и свежесть, я сейчас расскажу, как я это делаю. У меня здесь вот много полотенцев, я собрала за неделю их. Сейчас я полотенца все закладываю в барабан машины. Чтобы полотенца хорошо постирались, закладывать нужно не полный барабан, или половину, или немного больше половины. Тогда они хорошо отстираются и будут свежими. Сейчас мне нужно добавить в стиральную машину ополаскиватель и также моющее средство. Я засыпала сюда соль, соду и налила домашний кондиционер. Стиральный порошок у меня жидкий в капсулах. Я его брошу сразу в стиральную машину. Для стирки я использую морскую соль, кондиционер домашний. И вот у меня стоит здесь в стиральной комнате пищевая сода. Режим стирки я делаю обычный. И температуру воды я делаю не теплой, а горячей, но не экстра горячей. И запускаю стирку. Это пришел помощник. Яша. Процесс стирки полотенцев из-за загруженности у меня будет 50 минут. Полотенца постирались, и сейчас я их буду перекладывать в сушильную машину. Белье у меня находится в барабане, и сейчас я включаю режим самой обычной сушки. Многие рекомендуют полотенце сушить на деликатной сушке. Во-первых, это очень долго, они будут сохнуть, и я не вижу в этом необходимости. Когда вы закончили процесс стирки, у вас идет сушка. Обычно я бумажным полотенцем вытираю вот эту резинку очень хорошо, закрываю дверь и обязательно прокладываю сюда полотенце, чтобы дверь у меня не полностью была закрыта. И также отсек для моющих средств я также оставляю приоткрытым, чтобы он у нас высыхал. Никогда плотно не закрывайте стиральную машину, это просто даст вам возможность продлить ей срок использования. Процесс сушки белья у нас закончился, белье все высохло, я его проверила, его нужно достать и сразу его сложить. Полотенца после стирки очень мягкие, пушистые, и такими полотенцами очень приятно пользоваться в ванной комнате. Сейчас я хотела обобщить основные правила для молодых хозяюшек. Как стирать полотенца, чтобы они у вас всегда были мягкими, пушистыми и также имели свежий запах. Когда вы используете полотенце, никогда не бросайте его в корзину для грязного белья влажным. Обязательно его просушите или на полотенцесушителе, или в крайнем случае накиньте на дверь, чтобы полотенце у вас высохло. И только потом полотенце можно убирать в стирку. Мокрое полотенце, брошенное в корзину для грязного белья, оно сразу же очень быстро приобретает запах как бы плесени и запах такой затхлости. И потом избавиться от этого запаха очень сложно. Но если все-таки это произошло, если кто-то из членов семьи по забывчивости, по невнимательности бросил мокрое полотенце, оно пролежало у вас какое-то время, то можно попытаться исправить эту ситуацию. Возможно, это у вас получится с одного раза, а может быть придется эту процедуру повторить дважды или трижды. Полотенце нужно обязательно сложить в ведро или в какой-либо большой таз и заливаем раствором. На 10 литров воды 2 столовые ложки морской соли и 2 столовые ложки соды. Разводим в горячей воде приблизительно, наверное, 40-50 градусов. И заливаем полотенце, желательно их оставить на ночь, если вы будете стирать на следующий день. Неприятный запах полотенца сразу же исчезнет. И также старые полотенца можно реанимировать, чтобы они стали более-менее мягкими. Их тоже можно замочить в растворе соли и соды и оставить на ночь. После стирки они тогда приобретут у вас мягкость, не будут такими же жесткими. На следующий день
Вы стираете в стиральной машине, так как я вам показала процесс стирки, с добавлением столовой ложки соды, столовой ложки соли и также использованием домашнего кондиционера. Когда вы добавляете соль и пищевую соду в машинку, вы можете не добавлять в отсек для стирального порошка, вы можете сразу высыпать это в барабан стиральной машины. Стирать полотенце я рекомендую не использовать режим экономии воды. И желательно для стирки полотенцев, так как они у нас махровые, использовать все-таки жидкое мыло для стирки. Но если вдруг вы используете сухой порошок для стирки, тогда вам нужно добавить дополнительную функцию второго полоскания. Жидкий порошок, он более благоприятный для стирки, особенно для махровых полотенцев, потому что здесь ворса, и вот эти вот крупинки порошка, они всегда застревают между ворсинками и очень трудно выполаскиваются. Поэтому желательно все-таки стиральный порошок использовать жидкий. Кондиционер для полотенцев использовать желательно хорошего качества, или кондиционер рекомендую использовать для детского белья. А также я очень часто использую кондиционер домашнего приготовления с добавлением бальзама ополаскивателя для волос. Полотенца всегда получаются невероятно мягкими. Вот так. Сейчас я хотела остановиться на процессе сушки белья. Когда у нас стирка закончилась, если у вас есть сушильная машина, то это проще простого. Вы в сушильную машину закладываете полотенце, и можно добавить туда салфетку дополнительно еще для смягчения белья. Можно не добавлять эту салфетку, так как после домашнего кондиционера полотенца очень мягкие. И желательно в сушильный барабан добавить шарики для сушки белья. Шарики с шипами для стирки белья я никогда не использую. Из моего опыта я хочу сказать, что они, в общем-то, как мне показалось, они не играют никакой роли в барабане. А вот шарики, которые мы добавляем в сушильную машину, они, в общем-то, необходимы. Они помогают разглаживать белье в сушильной машине. И потом, если это шарики войлочные, они еще снимают с белья мелкие ворсинки. Вот, поэтому для сушильной машины я бы рекомендовала шарики, а для стиральной машины я не вижу в этом необходимости. Но если у вас нет сушильной машины, как сушить полотенце? Когда вы достаете полотенце из стиральной машины, его необходимо очень хорошо встряхнуть, чтобы все вот эти ворсинки, петли, чтобы все они у нас распрямились. Когда у меня идет стирка полотенцев, машина выжимает на больших оборотах, то есть полотенце отжимает очень сильно. Вообще-то рекомендуют махровые полотенца отжимать в деликатном режиме. Когда полотенце очень хорошо выжато, оно быстрее сохнет. Если полотенце выжимается в более таком деликатном режиме, на небольшой скорости вращения барабана, очень много влаги остается в полотенце. Когда махровые полотенца долго сохнут, и в них задерживается влага, они не имеют такого приятного свежего запаха и аромата. При отсутствии сушильной машины полотенце нужно постараться высушить очень быстро. Если это зима, можно их сушить на улице, на морозе, или летом на улице. Но ни в коем случае сушить полотенце на батареях не рекомендуют. Они от этого становятся такими грубыми. И сушить махровое полотенце очень близко к источникам тепла тоже не рекомендуется. Они от этого тоже мягкими не становятся. Полотенца, которые сохнут в сушильной машине, их гладить не рекомендуется. Вот они у меня все уже гладкие, пушистые, махровые и ворса. Посмотрите, какая пушистая и мягенькая ворса. Махровые полотенца, которые вы сушили на улице, их нужно обязательно гладить, но только гладить не утюгом, придавливая ворсинки, а гладить просто паром. Если вы будете стирать полотенце с добавлением столовой ложки соли и столовой ложки соды в барабан, то ваши полотенца всегда будут мягкими и пушистыми. И также используйте домашний кондиционер. Приготовьте один раз небольшую порцию
И попробуйте, и ощутите потом разницу с готовыми кондиционерами, которые покупаете вы, и со своим домашним. Кондиционер домашнего приготовления, он очень экономный и бюджетный. И там нет столько химии, сколько в кондиционерах, которые вы покупаете, готовые в банках. Вот и все, что я хотела сказать о полотенцах. Если мое видео оказалось вам полезным, ставьте лайки и делитесь со своими друзьями, мне будет очень приятно. И также, если у вас есть свои какие-то секреты, как стирать махровые полотенца, как удалять запах из них, как делать их свежими, пушистыми, махровыми, мягкими, пишите в комментариях, делитесь. Это будут очень интересные комментарии и познавательные для всех нас. Я с удовольствием прочитаю такие комментарии, и если что-то увижу интересное для себя, я обязательно также буду использовать. Мне всегда нравится использовать что-то новое для себя. Я всегда экспериментирую, и поэтому все полезные советы с удовольствием всегда читаю и использую их. Я с вами прощаюсь. С удовольствием стирайте, пользуйтесь только мягкими пушистыми полотенцами. И до новых полезных рецептов!